Это угольный разрез Бородино. На такой огромной территории добывают до 20 миллионов тонн угля в год. Помогает горнякам вот такая мощная техника. Это так называемый роторный экскаватор РП-2500. Своеобразный мини-завод по добыче угля. Управляют им сразу два машиниста. Один из них рассказал нам, что значит для него быть шахтером. Для меня лично это работа, это деньги, это мое благополучие, благополучие моей семьи, учеба детей и лечение. Как бы вот жену прооперировали, сын в Сочи съездил. В небольших городах края разрезы становятся градообразующими предприятиями, поэтому заботятся в них не только о сотрудниках, но и о жителях. Цех поддерживает культуру, спорт, медицину, образование. Приветствуются и общественные инициативы. Бородинцы могут проявить свои таланты и выиграть детский спортивный игровой комплекс «Свой двор». Самое главное, что мы начали дружить с соседями, познакомились с теми людьми, знаем таланты друг друга. Ну и, конечно, хочу поблагодарить компанию СЭК за то, что нас не забывают, обращают на нас внимание. Ну и мы попытаемся сохранить это все. Разрезы и шахты СУЭК есть еще в 6 регионах страны. За 15 лет добычу угля на них увеличили втрое. А в Бородино зимой этого года загрузили первый миллиард тонн с момента запуска разреза. До сих пор такой отметки не достиг никто из угольных предприятий страны. И это не предел, уверены в компании. Мы надеемся, что мы будем работать еще долго. Для этого есть запасы угля, есть мощная самое современное оборудование, есть высокопрофессиональные коллективы. Кстати, несмотря на сложную ситуацию в стране, СУЭК не сокращает, а напротив, увеличивает коллективы. Только за последний год на сервисных предприятиях компании создано сразу несколько новых производств. Мария Филиппова, Александр Тропин, Новости ТВК.